Следующая остановка Дамба Гувера, да? Когда мы туда доберемся, зайдем за сувенирами. Отлично! А услуги в номер можно заказывать? Если НКР теперь нечего бояться Цезаря, то пусть позанялись тем, чтобы простым людям стало легче. Хочешь пойти с этим караваном? Ты можешь за себя постоять, как я погляжу. Отрабатываю свои деньги. Джет меня нанял охранять караван в его экспедиции. Меня эта работа устраивает. Выросла в Ньюрино. И потом провела лучшие годы, играя в шерифа в Клиенте. Это небольшой городок на севере по 93-й. Говорят, шило в заднице. Спроси меня. Представь себе Нью-Вегас только без мистера Хауса, который бы всех держал в... В городе всем заправляют несколько преступных семей. Законов никаких нет. Вляпаешься в неприятности. Грязь неимоверная. Шлюхи и наркотики повсюду. Так что я быстро рванула оттуда. Эй, милашка, не бойся, иди к нам в караван. И... Эй! Молодец, орлиный глаз. Само собой... Прости, но то, что я с ним делаю, тебе просто не понять. Не... По-простому, он из меня делает крутого. Ну, более крутого. Джет говорит, что в нем есть карты и все такое, так что я смогу провести караван куда надо. Ну, то есть я это все уже знаю. Чего? Конечно, заметил. Я так к своему так привык. Это нормально. Не думай, что ты круче всех, только потому, что он у тебя есть. Гонева, все нормально с моим пип-боем, то есть пип-боем. Слушай, для меня это клевая возможность. Ладно, твоя взяла, сволочь. Приветствую, друг мой. Довелось услышать мое объявление. Здорово, что ты с нами. У нас был еще один парень с пип-боем, но он удрал. Что-то его спугнуло, наверное. Постой, а уничтожение красного каравана в Вегасе не твоих рук дело? Вот за это спасибо. Когда Маклафари осталось неудел, добрый путь смог выйти на новый рынок. Ну, там все плохо, я так тебе скажу. Это тебе не махал, полным-полно рейдеров. Там мало где можно остановиться и торговать. Не... Опасно настолько, что мы постараемся рядом с ними не проходить. Я совсем не хочу, чтобы мою голову выставили на какой-нибудь маленькой заправке. Перестроенный форт. Валяй! Вот так просто. Отваги тебе не занимать, ничего не скажешь. Так и рванешь, очертя голову. Не хочешь даже спросить, куда мы идем и зачем. Само собой, но ты далеко не уйдешь с таким грузом. Столько и брамин тяжеловоз не поднимет.
Ладно, поверю, что ты свою норму знаешь. Но если ты рухнешь по дороге, я тебя там и брошу. Вот так? И я не хочу никакого нытья на тему. Ой, мистер Мастерсон, моя суперплазма-пушка осталась дома. Можно мы за ней вернемся? Ну хорошо. Дорога нам предстоит еще длинная, так что можешь развесить уши и послушать, что расскажет старый Джет. Несколько десятилетий назад в НКР узнали про общину в Северной Юте под названием Нью-Ханан. Про них мало знали, только то, что они были верующие, посылали миссионеров в разные племена. Мы на своем веку навидались разных сект, но новые хананиты, они были честными торговцами и хорошими бойцами. Рейдеры их побаивались. Но потом в Аризоне появился легион. Полагаю, про него вам рассказывать не надо. Первый военачальник Цезаря, базатовый легат, как оказалось, был новым ханонитом. Его звали Джошуа Грэхам. Легенда гласит, что Грэхам был самым крутым и жестоким сукиным сыном во всем чертовом легионе. Новые ханониты не хотели о нем говорить. Им было стыдно. Думаю, нельзя их корить за это. Но над Амбигуэра базальтовый легат наконец-то встретил себе равных. Хенлон и Оливер пнули его под зад так, что он живо перелетел обратно на ту сторону реки. Цезарь решил использовать этот случай как пример того, что он не потерпит неудач даже от легионеров самого высокого уровня. Он приказал облить Грэхама смолой, поджечь и бросить в большой каньон. Говорят, пока он летел, он даже не закричал. А вскоре после этого некоторые рабы и дикари стали говорить, мол, Грэхам не умер. Никто особо не удивлялся. Эти все разговоры сильно достали Цезаря так, что он запретил упоминать его имя. Хотел стереть Джошуа Грэхама из истории. У него все получилось. Джошуа Грэхам исчез. И вместо него появились легенды о горелом человеке, разгуливающем по пустошам. Может, это просто легенда у дикарей? Но о Нью-Ханане уже давно ничего не слышно. Может, это совпадение? Может, базальтовый легат умер. А может, Джошуа Грэхам выбрался из этого каньона и добрался домой. Ну хорошо, ребята. Это были трудные 2 недели. Но вот мы и пришли. Зайон. Я знаю, что у вас ноги болят. Знаю, что вы устали. Но мне нужно, чтобы вы сосредоточились на дороге впереди. Меня не дорога впереди беспокоит, Джет, а те крутые спуски в каньоне, которые остались позади. Мы не сможем вернуться той же дорогой. И что тогда? Чтоб тебя, Стелла, я и в первый раз услышал, и в 15-й. Новые ханониты знают дорогу. А если они не знают, то у нашего друга в пип-бое есть карты. Хватит прохлаждаться. Выходим и держим ухо востро. Там кругом дикари. Прости, что беспокою тебя реальностью, старина Джет. Кому интересно, что мы не сможем вернуться той же дорогой? Это не проблема. Привет. Давай, давай! Нельзя тереть ни... Проклятие, засада! В укрытие! Спасайтесь! Божья, пригнитесь, люди, пригнитесь! Хватит, мы тут как на ладони. Я иду. Я же была когда-то шерифом, черт побери! Стелла, нет! Не смей умирать! Слышишь, женщина?
Белоногие не часто оставляют кого-то в живых. Ты же извне, верно? Из цивилизованного. Джошуа Грэхэм, вождь нашего племени. Благодаря нему мертвые лошади сильны и не боятся врагов. Он захочет поговорить с людьми, которые... Good sisters. Постой. Видишь, вон то бревно там. Присмотрись получше. Там может быть что-то полезное. Хой, Аусландер Зуку Джошуа Грэхэм. Ты знаешь наш язык. Джошуа в верхнем месте пещеры. Прояви уважение, Атмен. Это мудро, Аусландер. Хотели бы мы оказать тебе радушный прием по прибытии в Зайон, но, как слышал, белоногие опередили нас. Теперь к нам заходят, похоже, одни лишь белоногие, и я не думал, что к нам придет кто-то из Мохаве. А ты еще и курьер. Не тот, которого я ждал. Но я думаю, он бы не пришел с караваном. Не знаю, какие у тебя были отношения с другими в вашем караване, но прими мои соболезнования. Я молюсь за безопасность всех добрых людей, которые приходят в Зайон.
даже за язычников. Но нельзя же рассчитывать, что Бог сделает все за нас. Признаю, мне сложно в это поверить. После всего, что он со мной сделал, всего, что пытался сделать, чтобы уничтожить меня, он ушел первым. Не сомневаюсь, что это пойдет на пользу Мохаве. Надеюсь только, что Аризона и племена не пострадают, когда Легион начнет разваливаться. Я думаю, только Цезарь может управлять Легионом. Я никогда не встречал человека, который смог бы занять его место. Я бы не смог. Не разбираюсь в делах тыла и снабжении. Я не знаю Лания, говорят, он хочет вести воинов, но только на битву. Нет, Легион умрет вместе с Цезарем. Мы видим последние шаги человека, который пока не осознал, что он ходячий мертвец. Добро пожаловать. Спасибо. Он неопытный, но настолько хорошо освоил наш язык, чтобы не бояться двоенных зданий. Я слышал очень странные вещи про цивилизованные земли. У вас там правда живут гигантские громоящие? Видишь эти отпечатки ладоней? Мертвые лошади и скорбящие ставят их на запретных местах. Местах тех времен. Повезло тебе, что я в это не верю. Сколько себя помню, мертвые лошади считали, что все эти строения такого мира табу. Как по мне, не очень-то и страшно.
Плевуны и зеленые чудища раньше не водились в Зайоне. Интересно, откуда они взялись? Ты где? Здорово самому что-то разведывать, а не просто идти по чужим меткам. Это тебя к нам прислал Джошуа Грэхэм. Я огайских кулак скорбящих. Это священный символ. Каждый из нас делает свою перчатку сам. Наш шаман Белая Птица следит за этим. Меня зовут Недремлющая Туча. Я повитуха скорбящих. Детей и стариков уже увели из лагеря, они в безопасности. Я лечу раны и болезни, которые поражают наше племя. Тогда я Мертвые лошади рассказали мне о нападении на ваш караван. Соболезнования незнакомца немного стоят, но как бы то ни было, прими их. Скорбящие тоже будут оплакивать твоих друзей. Они оплакивают всех, даже белоногих. У них чуткие души. Несмотря... Вот это да! А я уж... Им трудно нарушить табу. Так что я знал, что придется идти одному из нас. Оказывается, хватило одного язычника. То есть... Извини. Эти припасы нам как манна небесная. Но если мы собираемся покинуть Зайон, не привлекая внимания белоногих, я попрошу тебя вернуться в долину. В частности, я прошу тебя проверить некоторые места на предмет присутствия белоногих. Есть еще вопрос дорог. Мы будем выходить. Я очень рад твоему энтузиазму. Мало кто на пустошах готов поделиться своим с кем-то, кроме близкой родни. Раз ты ходишь по долине, тебе наверняка бросилась охотница из скорбящих, недремлющая туча. А потом... Что ж, тут мы расстанемся. Перед...
Дэниел сказал, что мне... При реках Вавилона там сидели. Припомни, Господи, сынам Едомовым, день Иерусалима. Дочь Вавилона блажен, кто возьмет. Поскольку вариантов всего два, то да. Я не люблю убивать. Умелые руки не боятся работы. Они тоже чада Божьи. Но если они оскверняют храм Божий на земле, Сион, Дэниел, пока не так оценивает ситуацию, как мы. У нас еще есть время, чтобы спасти наш Сион от белоногих. Мне всегда немного грустно уходить из теснины и радостно возвращаться. Это единственный верный путь истины. Думаю, это верно. Обезвредить ловушки, если ты это... Наши разведчики справятся. Я убью тебя, если придется.
это нормально, что после боя вообще все болит. Вон те палатки внизу этого... Я пойду. Нападения белоногих происходят все чаще. Я боюсь за свой народ и за нашу долину. У меня нет другого выбора. Я у Гаи, даже... Кату.
Дэниел говорит, что большинство людей за пределами долины не следуют пути отца. Может быть, когда ты уйдешь, то понесешь с собой его слово? У меня нет друга. Во выбора. Оля. Примели. Ищи целебное растение. Иди. Рад видеть, что ты еще с нами. Это отлично, но вот и все. Это если Джошуа не попытается меня остановить, если он... Не беспокойся, я не держу на тебя зла. Даже Господь сомневался.
тебя есть корь? Из этих корней варят чай. Пей, чай крепкий. Ты иди в пещеру. Я знаю, что ты хочешь уйти из Зайона. Ну, может быть, здесь... Пожалуйста. Ее призрак. Значит, закончились видения истины. Ты поймешь истину? Вот, возьми. Если у вас с Джошуа нет других возражений... Нет. Но почему же? Неужели тебе непонятно, что здесь происходит? Джошуа затевает не просто набег. Он хочет устроить бойню. Нельзя втягивать в это скорбящих. Вы... Я уже объяснил им, что мы уходим. Они это приняли. Что Джошуа собирает? Что ты им расскажешь? О том, как жить в мире с собой, если в пол... Или это не важно? Это только приемлемо. Может быть, в этом мире не осталось уже места для милосердия. Но даже если за это меня втопчут в грязь, я этого... Джошуа, наверное, ждет тебя. Спасибо тебе. Я знаю, что Дэниел этого... Мы с тобой поведем группу... Главное найти вождя Белан.
всегда.
убрать. Это мудро. Дело затянулось. Нельзя дать соль на раны сбежать. Попробуй. Me. You can't come me.
Мы вас предупреждали под Сиракузами, но вы не отстали. Вы взяли над нами верх в Нью-Ханаане, и как верные шавки Цезаря, вы пришли за нами в Зайон. И сейчас вы стоите на святой земле в храме славы Господней на земле. Но в нашем храме животные нам годятся только в жертву. Капе воча ней концева о. Вы же меня понимаете, да? Понимаете? Чужак, Кунамен чокнутый. Он убить всех белоногих. Ты говорить, остановить. Байкакер, ты дьявол. Вот и все. Все кончено. Если Цезарь их не пере... Идем. И так разрешился конфликт между новыми хаанонитами и белоногими. Вмешательство курьера накренило весы, сместив хрупкий баланс сил. Содрогаясь от воспоминаний о казни, которую учинил над соль на раны Джошуа Грэхэм, выжившие белоногие вернулись на большое соленое озеро. Белоногие не могли забыть своего сокрушительного поражения и ярости мертвых лошадей. Они боялись дальнейших ударов. Они бежали на север, прочь из Юты в Вайоминг. Жизнь там была суровой, и первая же зима унесла половину племени. С приходом весны выжившие разошлись несколькими небольшими группами, и так в безвестности умерло племя белоногих. Скорбящие дрались вместе с мертвыми лошадьми и Джошуа Грэхэмом против белоногих, которые угрожали Зайону. Пример курьера, подтолкнувшего Джошуа Грэхэма казнить соль на раны, показал скорбящим, что Нью-Ханаан не щадит грешников. Превращение скорбящих из мирного племени в беспощадных воинов разбило сердце Дейнеэлу. Со временем скорбящие становились все более жестокими, даже по отношению к соплеменникам. Дэниел постоянно путешествовал между Зайоном и новыми ханаанитами, продолжая призывать к возвращению к старым обычаям. Со временем скорбящие устали от его причитаний и отвернулись от него. Когда мертвые лошади помогли уничтожить белоногих в Зайоне, они с победой вернулись в Dead Horse Point. Они сохраняли нейтралитет по отношению к скорбящим, но со временем стали вспыхивать конфликты и даже схватки между племенами. Новые ханаониты, особенно Дэниел, вмешивались и выступали посредниками, но им нечасто удавалось примирить враждующие племена. Поражение белоногих в Зайоне ознаменовало крутой поворот в судьбе компании «Добрый путь». Каждые два месяца караван отправлялся в Зайон для обмена товарами с новыми ханаонитами. Вскоре «Добрый путь» вновь стал процветающей компанией. Решимость, с которой скорбящие и мертвые лошади защищали юго-запад Юты, поначалу встревожила караванщиков, но затем оказалась для них истинным благословением. Племена объединились против восьмидесятников и изгнали их с 50-й магистрали, открыв таким образом новый торговый маршрут для «Доброго пути». Когда белоногие были уничтожены, Джошуа Грэхэм приказал скорбящим и мертвым лошадям разорвать на части и сжечь тела врагов. Он начал обучать свою армию пути ханаонита. И вскоре новых ханаонитов и племен Зайона боялись даже в Мохаве. Легенды о Горелом стали еще страшнее и фантастичнее. В течение долгих лет после победы над белоногими Дэниел как мог старался утолить духовную жажду скорбящих. Хотя он и пытался, но не смог ни остановить растущую воинственность племени, ни противостоять усилению влияния Джошуа Грэхэма. Отчаявшись, он вернулся к своей семье в Dead Horse Point. Воспоминание о неудаче преследовало его до конца жизни. И после этого курьер исчезает из истории племен Зайона и снова возвращается в пустошь Мохаве, где собирается буря.
Добро пожаловать. Я... Добро. Ты в курсе, что... Привет. Что-нибудь нужно?